Всем привет, ребята! Меня зовут Диана, и сегодня вы узнаете очень много интересного о Ладе Диане, о других актерах из этого сериала. Сегодня вы узнаете всю правду об отношениях учителя Майка и Блонди, также почему Диана ехала в больницу и что с ней случилось. Смотрите в этом видео. А перед началом ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы поехали! Первые подозрения появились тогда, когда учитель Майк и Блонди вместе принесли торт Ладе Диане на 10 миллионов подписчиков. Какой сюрприз нам сделали ребята? Блонди и учитель Майк, и кто еще? Блонди и учитель Майк? Да. А потом теория фанатов подтвердилась, что они встречаются, когда в сеть выложилось вот это видео. Артём, а я тебе нравлюсь? Конечно, я бы с тобой встречался, если ты мне не нравилась. Да не бойся, я тебя люблю. А Ладе Диана ходила в больницу, когда она проснулась, ее очень сильно болели обе ноги, и Диана подумала, что у нее рак. Когда они пришли к врачу, и врач смотрел ноги Дианы, Юнона очень сильно начала ржать, и получилась немного неловкая ситуация. Учитель, Диана две ноги заболела, ребят. Диана подумала, что у нее рак. Срочно повезли в больницу, но оказалось, это не рак. Короче, ребят, сегодня доктор нам подумал, что мы с Дианой больны на голову, особенно я. А там был мужчина, доктор. Сказал мне снимать штаны. Легла Диана на кушетку, он задрал ей ноги, начал, нажимать их, да? Ну, потому что он же должен был понять, где у меня защемило там или, подтянулось. Диана, через глаза не вылезли на лоб, Короче, смешно было. Мама ржать начала. А также Диана поделилась новостью, что с нового учебного года 11 класса переходит на дистанционное обучение, потому что ей так будет легче учиться. И также я решила для себя, что в конце этого учебного года, может быть, даже раньше, но скорее всего, что все-таки в конце, я буду переходить на дистанционное обучение, так как мне будет проще учиться дома. Ну и также у меня будет очень много... Как это называется? Допы. Вот, у меня будет много допов, и у меня, в принципе, не будет времени ходить в школу. Вот, поэтому мне будет проще учиться дома на дистанционном обучении, делать уроки, читать, учиться, и да. Конечно же, дома будет не так весело, как в школе с друзьями. Тем более, мне вообще очень повезло, что вся моя компания, почти вся компания моя учится со мной в школе. Единственное, что они в 11-м, а я в 10-м. Но, с ними очень весело и классно. Но они уже заканчивают в этом году школу. И, по сути, в 11-м классе мне в школе будет делать нечего. Поэтому я буду учиться дома. Это шикарно. Короче, ребята, прикиньте, я только что подумала, и до меня дошло. В этом году мне исполняется 17, а в следующем уже 18. Когда я успела вырасти? Когда? И также она своих двух собачек водила к грумеру, и теперь они стали очень милыми. Ребят, также хотела с вами поделиться классной новостью. С этого дня я открываю рубрику «Классные комментарии», и самые лучшие комментарии попадут в новое видео о Ладе Диане совсем скоро. Так что я жду твой комментарий, и может ты попадешь в видео. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки. Я вас всех очень сильно люблю. До скорой встречи в новом видео. Пока-пока.